Малыш, привет! С днем рождения! Я не знала, что тебе подарить. Вещи ты обычно все свои теряешь, поэтому хотелось оставить что-то на память, что невозможно потерять. Это видео ты точно не потеряешь, оно лежит на ютубе. Вот. А так хочу поздравить тебя с днем рождения, сказать, что я очень тебя люблю, и если тебе когда-то будет грустно, просто посмотри это видео и вспомни, какой ты замечательный. Серега, брат мой, поздравляю тебя с днем рождения. Что ж тебе пожелать в этот день? Пускай поставленные цели будут достигнуты, чтоб твои мечты всегда исполнялись. Крепко тебя обнимаю и желаю тебе, чтоб в твоей жизни не было горьких потерь и поменьше неудачных дней в году. Ты очень замечательный человек. Я горжусь дружбой с тобой. Пускай в твоей жизни будет всегда полная чаша радости, полная чаша любви, полная чаша счастья. Оставайся таким же открытым, добрым и веселым человеком. И в то же время оставайся для нас преданным и верным другом. А дружба победит у нас все. Будь здоров, братан, с днем рождения, и тебе так песенка такая. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Дорогой сынок, я тебя поздравляю с нашим праздником. Праздник для тебя, что ты родился, а для меня, что у меня появился мой замечательный сынок. Сколько бы тебе ни было лет, ты всегда останешься для меня ребенком, ведь ты мой любимый сыночек. Я наблюдала каждый твой взлет и каждое падение. Ты был и останешься для меня целым миром, который я создавала сама. День твоего рождения важный для меня. Как ты появился на этом свете, моя жизнь круто изменилась. Я поняла истинную суть бытия – жить ради другого человека. Ты мое счастье, моя гордость, ты моя опора, ты настоящий мужчина, которого я воспитала. Я желаю тебе, сынок, здоровья, счастья, благополучия. Пусть на твоем жизненном пути встретятся только достойные и верные люди, друзья, которые не предадут и не обманут. Желаю, чтобы твоя личная жизнь была устроенной, и ты бы с гордостью сказал: «Я счастливый человек, мамочка. У меня есть все, что мне необходимо. Я очень люблю тебя, сыночек. С днем рождения!» Сиди тут так. Это видео. Нормально, нормально. Поехали. Сергей, привет. Ну что тебе пожелать в этот сладостный день? Как обычно, в нашем мешке много подарков. Я пожелать тебе хочу две вещи. Первое – это пустота, но это уже не модный товар, это уже банальность. А второе – это тишина. Вот когда ты ощущаешь тишину в себе и тишину снаружи, это и есть ты. А когда мы теряем тишину, получается, мы теряем связь с собой. Поэтому я тебе желаю быть пустым, чтобы твоя жизнь наполнялась возможностями, людьми и событиями. И чтобы внутри у тебя была тишина, была полная гармония с собой, чтобы на фоне этой тишины было приятное общение с твоими друзьями. Вот, что еще, я не знаю. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья, чтобы да не оскудеет карта, как говорится. Вот, Серега, короче, с днем рождения тебя, и пусть этот будет день самым обычным, банальным. Пусть давай мы будем каждое утро встречать и праздновать твой день рождения каждый день на Земле 365 дней в году. И мою. Все. Все, теперь меня. Дядя Сережа, поздравляю тебя с днем рождения. Кто пожелать тебе богатства, удачи от жизни, каждый хочет своего. А я тебе желаю просто счастья, чтобы было понемногу, но всего. Thank you.
Хе-хе-хе, Серега, с днем рождения тебя поздравляю. Желаю тебе огромного количества денег, исполнения всех твоих желаний, кучи-кучи любви, счастья, искреннего, человеческого, настоящего счастья, чтобы все, что ты захотел, исполнялось. И самое важное, что я верю, что это получится, что все именно так и будет. Я безумно рад, что я с тобой знаком, я безумно рад, что я могу к тебе всегда обратиться, что мы с тобой можем пообщаться на любые темы. В общем, спасибо тебе за присутствие в моей жизни, и все получится. С днем рождения, брат! Мужчина, с днем рождения, счастья, здоровья, любви. Вот, береги Лоскутову. Вот. Блин. Остальное сам все знаешь. Встретимся, уши надеру тебе. Привет, Сергей. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть счастливым человеком. А счастье складывается из простых вещей. Это когда все мечты исполняются, когда все цели достигаются. Вот именно желаю тебе, так скажем, чтобы у тебя формировались правильные мечты и правильные цели. И ты их все обязательно достигал. Также желаю тебе здоровья, настроения, отсутствием которого ты, надеюсь, во всем случае, я не видел, чтобы ты страдал. Чтобы тебя всегда окружали только близкие, надежные друзья, которых можно с большой буквы называть друзьями, которые поддерживают не только, когда у тебя все хорошо, но и, не дай бог, когда происходят минутки, так скажем, грусти. Желаю тебе светлого солнца над головой, длинного, уверенного пути. Очень рад, что мы общаемся. Крепко жму твою руку. И еще раз поздравляю с днем рождения. Все, да? Привет, брат. Хочу тебе пожелать острого ума, как лезвие у косы, силы, как у дяди Саши, и свежести, как у этой вкусной молодой травы. В общем, с днем рождения тебя. Дай мне интервью. Я тебя снимаю. Какое интервью тебя интересует? Про что ты хочешь, чтобы я сказал? Про твою новую машину. Ну так, машина вроде ничего. Porsche 3.6. Хотелось, конечно, литров 6 что-нибудь. Но тоже неплохо. Серега, привет! Мы подготовили тебе поздравление, видео поздравление с днем рождения. Очень хочется, чтобы ты оставался таким же позитивным человеком, жизнерадостным, который на все невзгоды и несчастья смотрит свысока, не отчаивается. Очень в этом тебя ценю. Сереж, я также присоединяюсь к Гошиным словам. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, карьерного роста. Вот. Желаю также исполнения всех мечт, верных и преданных тебе друзей. Оставайся таким же прекрасным человеком. Всего тебе самого наилучшего. А еще у Сереги есть дар. Он умеет вдохновлять людей. Давай будем просто его называть Серега Вдохновитель. Как рыцарь. Серега, здорово! Поздравляю тебя с днем рождения! Как круто, что есть такие люди, как ты в нашем мире. Я очень рада, что знаю тебя, потому что ты самый искренний человек, который есть, который всегда поможет, который всегда поддержит. Ну да, конечно, ты меня бесил, когда меня мозг ел по поводу переговорки и беспорядка в ней и так далее на работе. Но, тем не менее, я как бы поняла, для чего это все. Очень рада то, что ты, блин, я не знаю, как это сказать, окружаешь себя людьми такими же, стараешься, как ты. И побольше тебе таких людей, кстати, как ты, как я, которые просто реально от души любят тебя таким, какой ты есть, несмотря ни на что. Мы столько всего прожили, пережили за все это время, поэтому я желаю тебе только самого лучшего, желаю успехов во всех начинаниях, желаю счастья. Сережа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю самого хорошего. Ждем вас в гости. Снимай тебя.
красиво. Так, фокус, найдись. Сейчас Настюхан фокус найдет. Слушай, надеюсь, нашел. А, ну все, начинаем. Здорово, Серега. Ну что, поздравляю тебя с днем рождения. Такой, снимаю тебе поздравления. Вот 11:30 ночи, сидим в офисе, тут работаем. Что хочу тебе пожелать? Да, в принципе, ты сам знаешь, что тебе нужно по жизни. Там, счастье, успех. У тебя это уже есть, в принципе, да. Вот, чтобы у тебя все было хорошо во всех своих сферах жизни, да. Мне больше даже интересно тебе рассказать историю, как мы-то, в принципе, познакомились. Что меня в тебе, как в человеке-то, сильно удивило, да. Ты просто, ну, как бы, написал мне, типа, чувак, дай скайп, типа, поговорим с тобой. Но на самом деле это очень странно было для меня, так как в принципе, как мы все находимся в обществе, где от каждого человека чего-то хочет, да. Ты просто взял скайп, позвонил мне, типа, поговорил, типа, просто по душам, типа, спросил, чем тебе помочь-то можно, типа, как у тебя дела. На самом деле это меня очень сильно так поразило, если честно даже. То есть у меня-то, в принципе, отношение к тебе как к брату, да, но просто вот эти, знаешь, как отношение к человеку формируется там в течение с каких-то там 20-30 секунд, да, и вот ты просто сделал просто бомбу настоящую, просто такое нереально крутое знакомство у нас было, когда просто позвонил и спросил, как у меня дела, да. На самом деле, большое спасибо, что до сих пор продолжаешь там звонить мне, писать, да, спрашивать, как дела. Но у меня реально отношение к тебе как к брату. То есть ты всегда мне помогаешь, там, какая бы ситуация ни была, там, что бы ни случалось, да, ты всегда там спрашиваешь, как дела или чем помочь. На самом деле, тебе за это большое спасибо. То есть не ко многим я отношусь как к братьям, но ты вот реально для меня как брат. И, ну, я тебе желаю реально успеха, ну, то есть всего только самого наилучшего, наверное, всего того, чего хотел бы я себе пожелать, тебе я тоже желаю, ну, думаю, ты сам знаешь, что ты хочешь. В любом случае, спасибо тебе за то, что ты есть рядом, я тебя сильно люблю, как брата. Все, давай, мы рядом, будем двигать планету дальше, давай. Сережа, привет, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего-всего хорошего. Ждем мы вас в гости, и Настю, и тебя. Когда сможете приехать? Сергей, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе оставаться таким же крутым, как ты сейчас, и таким же дерзким. Присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые тебе в этот день будут говорить, и умножаю их на 5. Вот. Вот такое у меня оригинальное поздравление. Серега, она нормальное поздравление записала, просто не так вышло, перезаписывает, не верит и херня. Я тебе потом лично покажу, которая настоящая. Все. С днем рождения! Happy birthday to you! Блин, кнопка не включается. Реально. Прикинь, завис телефон. Привет. Смотри, что я делал. Первое. Готовлю курицу с картошкой в духовке. В общем, на самом деле ничего не изменилось. Этот картошечка. Ничего, в общем, не купил еще. Жду тебя. Целую. С днем рождения, бро! Так.